Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Ну, а я сейчас занимаюсь своей имбиротерапией. Два лимона у меня сейчас будет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, будем считать шесть, такие маленькие штучки, я порезала палец, поэтому извините, если лейкопластырь. Шесть штучек имбиря. Обязательно делаю витаминную бомбу. Так, и два листика алоэ вера, которые предварительно лежали целую неделю в холодильничке. Итак, значит, обязательно алоэ вера используйте. И чем чаще вы используете, тем лучше. Потому что, ну, понятно, что имбирь – это природный антибиотик. Тут куча витамин всяких разных. Это жиросжигатель, это борец с гельминтами, это от простуды номер один. Понятно, что лимон – это и эфирные масла, и куча витамин, и опять-таки в большом количестве витамин С. А вот алоэ вера – это железо, кальций, цинк, фосфор, представляете, марганец. Это три кислоты – лимонная, янтарная, яблочная. Несколько видов аминокислот. В соке алоэ содержится минеральных солей столько, сколько в сыворотке человеческой крови. Он очищает организм и от токсинов, и он, конечно, иммуностимулятор бешеный, и от многих-многих болезней. Он мощно восстанавливает кожу, если вы делаете какие-то масочки. Увлекаться, конечно, нельзя, но два листика на такое количество продукта – это то, что надо. Теперь баночка. Беру такую баночку и нарезаю. Я просто нарезаю лимон. Он уже чистый, сухой, помытый. Вместе обязательно с цедрой. Я не убираю никакие эти. Если попадутся косточки, уберу. А не попадутся, не будет. Вот. Значит, смотрите, слой лимона беру, кладу, я всегда показываю, все это делаю очень быстро, мне некогда размусоливать некоторые в блендере. Но в блендере вот эта каша-малаша все-таки нет, она мне не нравится. Не нравится мне в блендере. Хорошо еще добавлять туда, конечно, и было бы неплохо добавить, знаете что, калину. Но калину я сделала с алоэ вера отдельно, немножко по-другому. Мне для другого нужна была калина. Раз, и медик. Сейчас он у меня уже вот такой, не жидкий. И медик. Дальше. Дальше. Где моя старая, проверенная с 90-х годов терка? Поехали. Раз, раз, раз. Да, это мои фавориты, это мои самые лучшие ингредиенты, которые я, вот, например, дает сок. Я использую его, добавляю, ну, например, столовую ложку на стакан теплой водички. Столовую ложку вот этого сока. И вот эта баночка, в ней образуется сок. И вот столовую ложку на 200 миллилитров теплой водички. Все, больше ничего не надо. Могу, но это я могу. Я опять-таки говорю про себя. И без теплой водички. Могу добавить в теплый чаек. Могу добавить в теплый сок. Комнатная температура. Вот. Раз. Опять мед. Раз. Опять сюда же мед. Оп, капнули. Есть. На прилавках магазинов очень много всяких разных названий с надписью «Концентрат алоэ» или «Вытяжка имбирного корня» или еще что-то в этом роде. Я не знаю, как вы. Так, вот я, видите, срезала вот эти уголочки. Теперь, смотрите, я верхнюю часть раз убираю. И все очень-очень просто.
Вот так вот сгребаю весь этот гель алоэ вера. Вот он. Это белый, белый гель. Зелень мне не надо. Вот такой вот беленький гель я вливаю. Он тянется. Можно на ложку его, можно так, чтобы вам видно было, что... Вот он, видите? Вот он, этот весь гель здесь. И опять... Так, один листик. Я хорошо-хорошо хочу, чтобы каждую капельку. Потому что это бесценный гель. И то, что мы в аптеке видим, мы не знаем, что это за концентрат. Где тут у нас плантации алоэ вера, интересно, растут. В чем я сильно сомневаюсь, потому что климатические условия для алоэ вера просто неблагоприятны. И их невозможно алоэ вера выращивать в странах бывшего СССР. Только на подоконнике. Поэтому я говорю сейчас опять-таки только про алоэ вера. А это уникальная вещь. Вот так вот немножечко я сейчас опущу ниже. Вот. И у меня пол баночки оказалось. Теперь я могу еще добавить меда. Эту же вещь, вот эту, этот сок с медом, я использую еще как масочку. Да, слегка пощипывает, но питает очень мощно. Подтягивает морщинки, приводит в порядок и подкармливает кожу. Немножко щипит. Долго я не держу, потому что это будет агрессивная масочка. Но такая кожа после этой маски изумительная. Не забывайте за руки вот эту часть. Тоже я накладываю, потому что и отбеливает хорошо. У кого колит, гастрит, запоры, я не знаю, панкреатит, вот сок алоэ вера, я говорю вот о таком соке, вот об этом, очень хорошо помогает. Это не значит, что вы выжили сок алоэ вера, выпили и в реанимацию попали, да? Нет. Вот два листика на такое количество следующих продуктов, которые я вам показываю. Причем это концентрированная, вот это концентрированная вещь. Еще берем для ребенка 6-7 лет, это нужно пол чайной ложечки на стакан воды теплой, ну, либо чайную ложечку. 14 лет уже можно столовую ложку, и я столовую ложку употребляю. Я вообще могу так употреблять, у меня настолько уже привычно. Ой, сок сейчас польется. Для моей семьи это БАД, постоянный БАД под названием имбиротерапия. Без этого БАДа, как без рук. Никакой витаминный комплекс, вот даже такой вот, никакой витаминный комплекс не сравнится вот с этим вот. И можно просто взять ложечку сока и держать немножечко во рту. Почему? Потому что от стоматита, гингивита, от всяких заболеваний, которые в полости рта появляются, в том числе от типуна на языке кое-кого, тоже, дорогие мои, вот этот сок, если подержать хорошо, минут 2-3, то это антисептик, природный антибиотик. И не нужны никакие антибиотики, я против антибиотиков, например. Абсолютно. Не будете вы болеть, если вы имеете дома каждый день, употребляете вот этот вот БАД с утра пораньше. Выбиваете стакан воды теплой с столовой ложкой разведенного вот этого сока. Все. Потом вы уже привыкнете, вы будете и так употреблять, как я. Просто, понимаете? Элементарно будете употреблять. А до этих пор начинать нужно все понемножку. Кто-то скажет, вы спросите у доктора. Да, и спросите у доктора, селедку можно употреблять или нет. Спросите у доктора еще что-нибудь. Это продукты. Это Господь Бог нам дает. Вот эти вот корни, фрукты, вот эти листочки. Кстати, вот этот продукт алоэ вера,
продукт, именно продукт, в Соединенных Штатах Америки просто продается в овощных отделах супермаркетов. В овощных отделах, в Walmart'е, везде. Девочки, кто из Соединенных Штатов, пожалуйста, напишите вот здесь внизу, что я не обманываю, что во Флориде, в магазинах, в Орландо. Кто из Орландо? Быстренько напишите, правильно я говорю или нет. Продается алоэ вера? Оп. Или не продается алоэ вера у вас? Причем такие большие, хорошие-хорошие листья. Кто-то скажет, это же будет горько. Нет, девчонки, мальчишки, это горько не будет. Это будет очень вкусно. Причем следующий вариант. Приправит любой салат. Делаете салатики, даже с капусточкой, и приправьте вот этим соком. Полейте ложку-две на порцию. Это и полезно, и вкусно. Делайте йогурт своему ребеночку, домашний йогурт. Добавьте туда чайную ложку на стакан вот это приправки. Добавляйте везде. В салатики, в йогурты, водичку, в чай. И вы посмотрите, только на постоянной основе. И вы посмотрите, насколько оздоровите вы всю свою семью и себя, конечно. И видите, как слой за слоем я покрываю. Дальше еще последний вариант лимончика. И это уже пойдет на следующую баночку. Сейчас еще возьму два лимона. И еще у меня есть еще имбирь. И буду продолжать делать, но это уже будет вторая баночка. А первая уже готова. Сейчас немножко еще пару ложечек сверху меда. И, пожалуйста, не пишите мне, сколько чего. Все на глаз, дорогие мои. Здесь вы ничем не переборщите. Самое главное, 2-3 максимум хороших листочка алоэ вера. Главное, не забудьте в холодильник заранее. Приготовьте. Оп, все. Вот такая вот прелесть готова. И даже если вы кого-то из своих родных, близких поздравите с Новым годом, то это вы добавите им здоровья, вы добавите им жизни, вы добавите им иммунитета и борьбы с раком. Ведь это самая настоящая витаминная бомба. Все, готово. И сейчас следующая, вторая баночка пойдет. Ну, а я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока.